«Чистый четверг» – так назвали этот день железнодорожники. Остаться в стороне они просто не могли. Уборка проходила на улице Аксакова прямо возле дорожной клинической больницы, где сотрудники постоянно проходят профилактические осмотры и лечение. К уборке присоединились и студенты железнодорожного техникума. Встал с утра, подумал, хорошо на свежем воздухе поработать. Правда, погодка подвела маленько. А так, в принципе, достаточно хорошее настроение. А вот погода как раз была кстати. Небольшой дождь внес свою лепту и немного подтопил оставшийся снег. С начала апреля в железнодорожном районе прошло уже несколько субботников. К уборке территории подключились жители района, а также трудовые коллективы предприятий. Для нас это работа повседневная, для нас это работа традиционная. Конечно, мы жители приглашаем на все наши субботники, не только на субботники, когда есть свободное время, чтобы люди вышли и помогли нам убраться в их же дворах. Люди с огромным удовольствием откликаются, и я очень надеюсь, что у нас к 1 мая весь район будет идеально чистым. Не откликнуться мы не можем, поскольку все знают историю, традиция субботников и месячников по уборке, по благоустройству территорий пошла от железнодорожников еще с 1917 года. Эту традицию мы никогда не останавливали, не оставляли. На генеральную уборку железнодорожники выйдут и 18 апреля, в день общегородского субботника. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.